В субботу 19 июня в Нарвском замке состоялось незабываемое шоу. Наш город посетили четверо лучших спортсменов по мото-фрикстайлу. Они совершали невероятные прыжки с трамплина, выполняя в полете различные трюки. Собравшийся в субботу в Нарвском замке народ ликовал при каждом взлете профессионалов. Это было настолько завораживающее шоу, что норвитяне вряд ли смогут припомнить что-либо подобное за последние годы. Спортсмены выполняли прыжки в высоту, где делали сумасшедшие сальто и трюки. Показательная программа лучшего в мире шоу по мотофристайлу была представлена в Эстонии всего один вечер, причем для всех зрителей абсолютно бесплатно. В Нарвском замке выступили 4 лучших мировых пилота FMX, которые сделали все возможное, чтобы зрители кричали от восторга. На шоу выступил первый и лучший российский мотофристайлер Алексей Колесников. После нарского мероприятия Алексей будет выступать в Москве на этапе мирового турне. Он рассказал немного о себе и о мероприятии, которое состоится 26 июня в Москве на Красной площади. Фристайл мотокроссом я начал заниматься с 2005 года, но перед этим, то есть я занимался долгое время мотокроссом и соревнованиями эндуро. То есть первые мои соревнования по мотокроссу были в 98 году, когда мне было 12 лет. Какой самый высокий трамплин? Самый высокий трамплин? О, трудно сказать, но как бы мы используем, в принципе, стандартные трамплины. Они бывают нескольких видов, но это порядка 2,75-2,70, то есть высота, 5,80 длина, но прыжок получается высотой порядка 12-13 метров. Скажите, вот у вас что-то в Москве, да, будет через неделю? Не могли бы поподробнее об этом сказать? Да, это на самом деле очень будет крупное очень мероприятие, соревнование Red Bull X-Fighters. Это одна из остановок мировой серии, самый серьезный, самый крутой, можно сказать, в мире турнир в дисциплине фристайл-мотокросс, в котором принимает участие 12 лучших райдеров планеты. То есть здесь это не просто шоу, это не шутки, это настоящий турнир, настоящая борьба, поэтому будет очень интересно, я думаю, что будет очень много народу. А где вам уже приходилось выступать? Я принимал участие в экзибишн-туре, в показательном демо-туре, который проходил по всей стране в прошлом году. Также участвовал в Риге, в Латвии на чемпионате мира, здесь на соревнованиях IFMXF, также в прошлом году. Также было много различных демо по Европе, в Италии, ну, как бы везде, то есть везде понемногу. В 2009 году шоу по фристайл-мотокроссу прошли в Словении, Сингапуре, Боснии, Герцеговине, Египте, Хорватии, Румынии, Грузии, Казахстане и Беларуси. В этом году, помимо Эстонии, шоу состоятся в Йоханнесбурге, ЮАР, Лиме, Перу и Чанакале, Турция.